мистецтво створювати факти, жартома підпорядковувати собі події людей. Вигада – її мета. Інтрига – засіб. Перемогти її може тільки порядність. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «В деталях». И с вами в студии Андрей Острев и Игорь Пох. Добрый вечер. Сегодня последняя программа из серии «В деталях». Мы ровно, ну, чуть больше года были с вами. На этом мы заканчиваем проект этот, и, возможно, мы встретимся в другом. А сегодня мы, подводя итоги, хотим поговорить о тех инструментах, которыми мы, собственно говоря, оперировали в нашей программе, как мы пытались показать вам те подводные камни, подводные течения, которые существуют в политике, в экономике, в нашей, собственно, жизни, как это сказывается на нас, как у нас это получается. Те, кто следит за нашей программой, собственно говоря, вы, наверное, видели количество разнообразных гостей, которые у нас были. Это были и народные депутаты, это были и общественные деятели, это были и чиновники. То есть, собственно говоря, мы старались вам этот год показывать те вещи, которые происходят за кадром. И начнем мы вот с чего. Игорь, вот мне было безумно приятно работать с тобой вот этот год, и вот вы как журналист, собственно, давайте делиться нашими профессиональными секретами. Как вот нашим зрителям, оставшись без нашего проекта, отслеживать те тенденции в потоке информации, которая их окружает? Ну, во-первых, я скажу, что в принципе наш проект был построен на таком дополнении друг друга, да, то есть ты как политтехнолог выступал, я как журналист, то есть немножко даже не точки зрения, а под разными углами. Профессионального зрения имеется в виду, да? Да, вот, да, с да, разной, конечно. Профессиональное зрение. Да, под разными углами мы задавали вопросы нашим гостям, и они, ну, как правило, в принципе, достойно выходили из наших дискуссий, хотя иногда были моменты, когда мы казалось, во всяком случае, с той стороны экрана, когда мы уже, ну, я смотрел там записи, да, казалось, что мы немножко так прижимаем, да, там гостя, немножко зажимаем в угол, и он не знает, куда ему деться от ответа. Ну, на самом деле, все было достаточно, ну, достаточно доступно для зрителей. Так мы, во всяком случае, старались. Что касается вот того угла, под которым, ну, я, допустим, задавал вопросы гостям. Я выступал как бы с точки зрения даже не журналиста, а, ну, скажем, обычного человека, обывателя. Да? Вот, мы ведь обсуждали зачастую вопросы, какие-то такие темы, проблемы изнутри. Какие-то там политические там перипетии, чиновничьи, какие-то такие, может быть, иногда даже достаточно сложные вопросы, которые, ну, как бы не лежат на поверхности. И я зачастую задавал вопросы, ну, вот под таким углом. А что это даст для обычного человека? Ну, какая польза? И вот как выкручивались наши гости, ну, кто захочет, может посмотреть уже в записи, кто забыл, потому что у нас, я точно не считал, но у нас порядка 50 программ, да? Было больше, потому что мы начали выходить в феврале. В феврале, то есть у нас 53 программы, ну, по где-то идее. Где-то порядка, да. 50, да. Да. Вот, то есть достаточно много. Вот, некоторые люди у нас были по два раза. Вот, но это не даже по три, да. это абсолютно нормально, потому что темы обсуждались разные с этими людьми, с гостями, да, это были местные депутаты, вот, и какое-то событие, которое происходило в местном политикуме, оно обсуждалось как бы вновь заново, да, и немножко по другим углом смотрелось. Что касается твоей подачи, да, то это уже более такая подача политтехнологическая, то есть более такая заковыристая, я бы сказал. Вот, так что вот отвечай теперь на мой вопрос. А как ты вот пытался
вытащить на свет то, что не показалось на поверхности. Спасибо. Ну, прежде всего, действительно, политтехнологии – это искусство манипуляции. Тут ну, нечего скрывать, и, собственно говоря, и политика – это вообще, собственно говоря, построена на манипуляциях и на каких-то формированиях нужных для политика или для группы политиков мнений электората. И есть базовый вопрос, который я всегда себе задаю, когда происходит любое политическое, ну вообще любое событие. То есть, когда начинается какая-нибудь информационная, скажем, шумиха, я себе задаю один вопрос. Кому это выгодно? Причем я смотрю не с позиции того, насколько это выгодно, насколько это скажется для простого гражданина, да, нашей страны или города там, а задаю вопрос, как это поменяет политическую карту. Ведь по большому счету, ну, чего греха таить, многие те, кто, ну, как минимум, интересуются политикой, они понимают, что у нас партии вождистского типа. И, собственно говоря, единственный в большинстве своем, если мы глобально посмотрим на политику страны, то укрепление или, наоборот, ухудшение имиджа того или иного лидера, вождя, да, вот вождя, вождистского типа, да, вот, ну, очень просто это понять, потому что у нас практически все партии именные. Или как минимум есть лицо партии. Да? В этом случае просто вопрос, насколько это выгодно. Очень часто заложниками таких игр становятся какие-то решения в Верховной Раде, в городском совете, в областном совете, которые лоббируются таким способом, создавая дополнительный информационный шум. Ну, в качестве примера я хочу привести такую манипуляцию, последнюю манипуляцию, которая была очень актуальна для всех наших, ну, жителей, меня в том числе, это тема тарифы. Тарифы были настолько заполитизированы, что вплоть до того, что, ну, скажем так, некоторые... Какие именно тарифы ты имеешь в виду? Вот, они разные. Вот, правильно. Ну, вот ты понимаешь, о чем, что эти тарифы отличаются, и кто за какие отвечает, тоже понимаешь. А политики, используя людей, которые, для которых есть платежка, и которые особо не вникают, кто какую цену установил, используют это в своих политических целях. Например, нагнетая обстановку, не то что, а нагнетая какое-то напряжение вокруг мэра, обвиняя его в повышении тарифов, хотя речь шла только о маленьком кусочке придомовом тарифе, а в самом деле вот эти вот большие тарифы, которые действительно ну, очень сильно сказались на кармане каждого гражданина, это, собственно говоря, больше это киевские инициативы, и это ну, устанавливалось не здесь, и Сенкевич к этому отношения не имеет, и то, что он там отважился, собственно говоря, сделать то, что нужно было сделать еще 5 лет назад, но по политическим каким-то соображениям этого не делалось, то есть это саботировалось. Но должно было быть сделано, собственно говоря, ну, привело к тому, что его сейчас сделали ну, врагом народа. Ну, я могу, в принципе, ответить, ну, не то чтобы ответить, а дать некое объяснение с точки зрения, опять же, журналистской, да, почему так произошло в нашем конкретном городе Николаеве. Дело в том, что, к большому сожалению, и это не мое там очень субъективное мнение, это мнение, в общем-то, ну, большого николаевского журналистского сообщества. У нашего городского головы практически отсутствует информационная политика. Ну, собственно, это не только у него, да, но здесь это более видно. И отсутствие, ну, скажем... Не то, что отсутствие пресс-службы, она присутствует в горосполкоме, да, есть отдел, то есть полноценная пресс-служба, но это как бы пресс-служба занимается, ну, скажем, написанием пресс-релизов. Это очень упрощенно, я говорю. Написали пресс-релиз, нечто произошло, вот они выдают для средств массовой информации, делают рассылку, и на этом все. У Александра Федоровича, по моему глубокому убеждению, не хватает человека, личного помощника, тире пресс-секретаря, который будет заниматься информационной политикой непосредственно городского головы. Это не пресс-служба как таковая, это личный помощник.
Почему Александр Федорович до сих пор этого не понял, не делает, не хочет делать, не может, не знаю по какой причине, приводит к подобным манипуляциям. То есть в данном случае эти манипуляции вылились в то, что, ну скажем, не други, да, назовем это так, или политические противники, воспользовавшись вот этим вакуумом, информационным вакуумом, сделали, ну скажем, грубо говоря, козлом отпущения городского голову Николаева в вопросе вот этих подомовых тарифов. Хотя действительно, как ты правильно сказал, это было постановление Кабинета министров еще от 2007 года. Потом, вот, которое, 2011 года. В 2009 году. В 2009, 2011 году. То есть оно просто не выполнялось. То есть была такая возможность лазейки законодательной его не выполнять. И его оттягивали. Опять же это связано было с исключительно политическими моментами. Потому что, ну, естественно, ни один даже местный, местечковый, назовем это так, политик, ну скажем, пойти на такой рискованный шаг, как поднятие тарифов, то есть болезненный шаг для населения, то есть для потенциального электората своего, да, он как бы будет оттягивать до последнего. Александр Федорович на это пошел. Тут же получил по полной вот... Информационную атаку, да, оплеуху и так далее, и так далее. То есть это вот журналистская точка зрения, опять же говорю, это не только моя, очень субъективная, в этом сходятся очень, очень многие мои коллеги. И вот продолжая этот разговор, я вот хочу прежде всего зрителям сказать о том, что когда вам попадает какая-то информация, задавайте вопрос, кому это выгодно и как это скажется на вас. Потому что, например, ну, подытоживая тарифы, да, скажем, те, кто на этом пиарился как противник, в оконцовке сделали, ну, как по мне, очень ужасную вещь, снизив тарифы за счет того, что убрали текущий ремонт. Одну из составляющих текущий ремонт. Так вот, уважаемые зрители, знаете теперь, что текущий ремонт — это тот ремонт, который выполняли сантехники, электрики для поддержания коммуникации вашего дома. А не только покраска стен, да, в подъезде возможная. Да. То есть, грубо говоря, благодаря политическим манипуляциям жители нашего города лишились такой возможности, как позвонить. И чтобы там, не знаю, свет пропал, чтобы пришел электрик, починил. Все, этого нет. И, собственно говоря, вот это пример политических манипуляций, получения дополнительного бонуса для, грубо говоря, атакующей стороны и имиджевые потери с другой стороны. Это вот, как бы, грубо говоря, пример того, такой вот, ну, как по мне, грязной политики. Хотя, ну, политика чистая априори быть не может. И вместе с тем, продолжая тему... Ну, например, опять же, после вопроса, кому это выгодно, есть вопрос источника. Очень сегодня важный вопрос – это источник получения информации. К сожалению, мы доверяем, ну, по своей, что ли, привычке, мы доверяем тем источникам, где мы видим подтверждение своих слов. То есть это может быть абсолютно, например, желтушный сайт или желтушная заказная газета, но если вы увидели что-то, что соответствует вашему мировоззрению, вы все съедите из этого источника. Хотя, вот... Передавая пас Игорю, вот смотри, Игорь, например, я когда-то пытался найти, например, есть такое издание «Новости Н», ну, многие этот сайт знают, и пытался найти какую-то юридическую подоплеку, вот, а кто, что это за люди и, собственно говоря, какой юридический статус этого издания, и не нашел, и на сайте этой, к сожалению, информации нет. И у нас таких много, я, насколько я знаю, там у нас информационных агентств, по-моему, 4 или 5 всего лишь, да, ну, собственно, тебе как журналисту и вопрос. Источники информации сегодня, это, по твоему мнению, это белая журналистика или желтая журналистика? Ну, на самом деле, есть, ну, немножко другое, скажем, по мировым стандартам, западным стандартам, есть журналистика, вернее, не журналистика, а пресса, так называемая, ну, или медиа, да, ну, назовем это прессой, как это традиционно называется, там, есть качественная пресса, есть желтая пресса. Вот как различать вот нашим зрителям? На самом деле, например, на Западе, в любой капиталистической, такой уже устоявшейся стране, понятие «желтая пресса» в принципе уже давно
не является, ну, скажем, ругательным. Почему? Потому что в свое время желтая пресса переросла в достаточно мощный инструмент, вот опять же, манипуляции и влияния, соответственно, да. То есть, с чего начиналась желтая пресса? Кстати, хочу сказать, что знаменитая Пулитцеровская премия, самое высшее, да, признание журналистского мастерства в мире, то есть Пулитцеровская премия, откуда она пошла? То есть, был такой Джозеф, если я не ошибаюсь, Пулитцер, который, в общем-то, создал в свое время первую желтую газету. И это была, то есть, когда он умер, он завещал свои накопления, он был достаточно хороший, удачливый бизнесмен в медиа, да, вот, и он завещал все свое состояние отдать на учреждение вот этой вот премии журналистской, то есть он в свое время уже перерос вот эту желтушность в более качественную прессу, как предмет, ну, или не предмет манипуляции. Так вот, качественная, вернее так, желтая пресса на Западе, газету во всяком случае можно, ну и сайты соответственно, они очень четко различаются. Есть даже, ну скажем так, визуально можно отличить. Газета, которая принадлежит к называемой желтой прессе, в логотипе вверху, в левом верхнем углу красный квадрат, из которого выходит уже название газеты. Это обязательно. То есть, как только люди видят вот этот красный квадрат, они понимают, что это пресса, ну, скажем так, полуразвлекательно, такого вот манипулятивного характера, где публикуются. Это каким-то законодательным? Нет, это само собой, вот, такая традиция, в течение, да? Там, более 100 лет уже вот, вырисовалась вот в определенная традиция, действительно. И люди понимают, то есть они уже отличают визуально даже. То есть, если они хотят увидеть, допустим, почитать о том, что какие там скандалы в политике, да, там с фотографиями, кто там папарацци там сфотографировал там какого-нибудь политика в какой-нибудь там сауне или в неудобном положении, или там неглиже там где-нибудь на пляже, какую-нибудь там киноактрису и так далее, они берут, покупают это. Те, кто хочет почитать действительно качественную прессу, то есть аналитику, новости, они берут вот без этого значка. Мало того, есть, например, ну, в частности, в Евросоюзе есть газеты, до сих пор еще есть газеты, ну и сайты, в которых, допустим, очень мало иллюстраций, фотографий, то есть там очень много текста. Но тем не менее, это вот является качественной прессой. У нас, в Украине, ну, скажем так, к большому сожалению, что бы там ни говорили, у нас медиа не являются бизнесом в чистом виде. Почему? Потому что, ну, есть много причин, об этом очень много можно говорить, но ситуация такова, что люди на сегодняшний день не готовы, население, не готово платить за новости. Оно не готово покупать новости. Поэтому, опять же, в силу разных причин. Я не говорю о бедности, это ментальность. Мы не готовы покупать. Мы привыкли, что в Советском Союзе газета стоила там 2-3 копейки, то есть это ничего практически не стоило. Потом, когда перерос, мы опять же, нас приучают вот те не очень добросовестные политики к бесплатной прессе, которая раздается тоннами, сотнями тысяч газет, разбрасывается в период выборов по округам. Это тоже очень нехорошая такая манипуляция. И привычка людей, они ждут, когда же им принесут что-нибудь бесплатное. И в конце концов люди просто перестали вообще что-либо покупать. Зачем? Когда можно зайти в интернет. Вот, например, что касается сайтов, да, у нас на период ноября-декабря, вот сейчас точно не могу сказать, 2016 года, только в Николаеве существовало порядка 40 информационных сайтов. 40 для нашего небольшого, в общем-то, города, ну, небольшой, да. Из этих 40 сайтов мы знаем, как ты сказал, где-то там 4-5 сайтов, которые официально зарегистрированы либо как информационное агентство, либо как газета, ну, в виде сайта. Электронная, да? Да. Да, то есть они несут полную ответственность за ту информацию, которую они выдают на своих интернет-страницах. Полностью юридически как защищены, так и, опять же, вот я повторюсь, несут ответственность. То есть, если журналист написал какую-то, ну скажем, новость, не соответствующую действительности, соврал и так далее, человек может подать в суд на издание и
так сказать, в нормальном судебном процессе попытаться выиграть, ну, либо проиграть, это уже другой вопрос. Вот. Все остальное, оно где-то подпадает под какие-то там странные какие-то дырки в законе, но в принципе они не несут никакой ответственности. То есть можно зарегистрировать сайт, ну как, нарисовать, создать, запустить сайт, да. Его, вот, и не нести никакой ответственности. На этих сайтах в большинстве работает 1-2 человека, кто эти люди, никто не знает, для чего создаются сайты, никто не знает, потому что, ну как бы, под выборы, ну можно понять. А сейчас очень сложно. Поэтому вопрос медиагигиены, вот хорошее такое словосочетание, он очень остро стоит, очень. И объяснять людям, что вы должны вот эти сайты читать, потому что они правдивые, а эти не читать, не совсем правильно, но людей нужно учить этой медиагигиене. Как это делать? Ну, это уже не вопрос нашей программы. Да, и вот продолжая вот эту тему, для чего создаются сайты, ну, собственно говоря, зрителям хочу поделиться собственным опытом. Очень просто в самом-то деле определить, кто стоит за этим сайтом. Очень просто. Как это сделать? Просто есть, ну, грубо говоря, у нас есть лица политических течений. Лица политических течений, ну, например, блок Петра Порошенко, то есть его сейчас лицо представляет там Татьяна Казакова, Симченко Вячеслав, это если мы говорим на уровне города, да, то же самое Александр, то есть есть другое течение, это Александр Сенкевич, есть самопомощь Федор Панченко. Есть, скажем, наш край, это Юрий Гранатуров, Карцевы, Крысенко, Кантор. То есть повбивайте просто в поиске на сайте эти фамилии, и вы посмотрите, какой направленности новости про этих людей. Ну и остальных, там Игорь Дятлов, естественно, оппозиционный блок, ну, Игорь Копейко, Олег Солтис. То есть посмотрите ради интереса, прежде чем вот вы какую-то информацию подбираете, да, посмотрите обязательно, как это издание реагирует на такие вот, ну, скажем, знаковые фигуры. И если вы увидите, что, например, про одного человека, ну, грубо говоря, льется просто грязь, а другой всегда хороший, ну, то есть, собственно говоря, вывод очень прост. В интересах кого работает такое издание? Это раз. Второе, вот, ну, я свое мнение, а потом хочу Игоря услышать. Я очень много замечаю о том, что в наших статьях, которые попадают для прочтения людей, вот, людям, да, на сайтах и так далее, они, собственно говоря, наполнены вот каким контентом. Есть новость, вот маленький кусочек новости, да, и очень большой кусок, это мнение журналиста об этой новости. Но это мнение конкретного человека. И вот если вы научитесь вычленять саму новость, сам смысл от субъективного мнения, вы сможете сделать свое, сложить свое мнение об этой новости или об этом событии. Игорь, вот буквально там у нас осталось пару минут. Вот ответь на вопрос, почему так журналистика пестрит собственным мнением, нежели таким холодным изложением фактов? Ну, на самом деле, это опять же в наших, к большому сожалению, условиях, это манипуляция чистейшей воды, потому что по всем стандартам мировым журналистским, новость – это только сухой факт о том, что некое событие произошло, то есть оно может быть 2 строчки, 5 строчек, неважно. Вот. А мнение журналиста, субъективное мнение, да, оно должно идти отдельным текстом. Как это слово, там, колумнисты. Да, колумнисты. Нет, ну колумнистика – это да, колумн – это по-английски колонка. То есть это когда журналист ведет постоянную колонку, высказывая свое очень субъективное мнение по тому или иному событию. То есть это нормальная практика. Когда же смешивается новость с субъективным мнением, эта практика, ну, на самом деле действительно манипулятивная. Ну что ж, у нас осталась 1 минута. Я хочу в завершение нашего проекта сказать вам огромное спасибо за то, что были с нами. Кому интересно, пересмотрите. У нас было очень много интересных гостей. Мы сегодня хотели сделать коллажик небольшой, но решили этого не делать, потому что, собственно говоря, те, кто нас смотрели или смотрят, или посмотрят в записи, увидите,
какое количество у нас гостей было. Это были разные люди с разных политических течений, представляли разные стороны. И об этих людях вы можете судить из наших программ, которые были. Еще раз хочу выразить благодарность за вашу обратную связь. Очень приятно, когда на улице к тебе подходят люди, благодарят за этот проект, который мы сделали. Собственно говоря, будьте внимательны, смотрите, не станьте объектами манипуляций. Ну, наверное, мы за этот год попытались показать, как объектом манипуляции не быть, как задавать правильные вопросы, которые выводят, ну, скажем, показывают подноготную событий. Я надеюсь, что наш опыт вам поможет, а мы на этом прощаемся с вами. Да. Спасибо большое, Игорь. Спасибо. Спасибо вам всем, что были с нами. До свидания. Всего хорошего.